M1 Global presents. С победой, наверное, вряд ли у кого-то были сомнения, что даже если бы завершились три раунда полностью, победу бы отдали вам. Но по ощущениям, вот тот опыт, которым обладает ваш соперник, в чем все-таки ему удавалось его использовать? Его опыт, он очень хорошо прижимал меня к сетке. Это была одна из его сильных сторон, а в основном, я думаю, я перебил, и в борьбе я тоже не уступил ему. Ну, просто хорошо готовились под соперника. Ну, и план на бой удался. Всем спасибо. Понятно, что вот именно такой характер боя, он очень утомителен для обоих спортсменов. Насколько к себе нет сегодня никаких претензий с точки зрения именно выносливости? С точки зрения выносливости, я думаю, нужно еще работать над моей выносливостью. Ну, три раунда проработали, вроде бы в таком среднем темпе, не сказал бы, что он был высокий, но, думаю, нужно еще работать и работать. Но победа над таким соперником, думаю, ставит меня уже выше рейтинг, это потому что это был лучший боец Скандинавии в своем весе, ну, теперь он уже не лучше. Когда соперник имеет достаточно длинный послужной список, с одной стороны, это сложнее против него выступать, с другой стороны, проще найти о нем какую-либо информацию. Вот для вас что оказалось более существенным? Ну, я никогда не смотрел на послужной список. Это ни о чем не говорит, потому что каждый человек по-своему развивается, и независимо, сколько у него боев. Ну, бой показал то, что это не имеет значения. Вот у него 20 чем-то боев, у меня всего 7 боев. Это не имеет значения. Хотел поздравить своего нашего ринпоче, это духовный настоятель буддийский. Также хочу поздравить всех яшкулян с 60-летием. Всем спасибо. M1 Global presents.